Друзья, всем привет! Добро пожаловать в рубрику «Где же новое обновление MIUI 13 для смартфонов Xiaomi Redmi Poco?». В этом видео посмотрим самые актуальные списки обновлений до MIUI 13 и Android 12 и Android 11. Какие же смартфоны уже обновились, на какие смартфоны уже тестируется новая оболочка, а на какие смартфоны приходит выборочно. Друзья, перед просмотром этого видео хотел вас пригласить в свой телеграм-канал RealTech. Здесь быстрее выходит актуальная информация, какие смартфоны обновились, новые обновления также здесь можно найти, обзоры прошивок, где скачать прошивку, здесь также ссылочки публикую. Если это вам интересно, поддержите мой телеграм-канал RealTech подпиской, прямую ссылку оставлю в описании, а также в закрепленном комментарии. Возвращаемся к теме этого видео. На официальном сайте Xiaomi Community можно посмотреть статус глобальных обновлений MIUI 13 и ссылки даже здесь есть, где можно скачать эту прошивку. Статусы здесь все время обновляются. Вот на текущий момент статусы обновлены на 26.04.2022 года. И здесь вот по сериям смартфона, вот серия Mi флагманская, далее у нас там Mi Te, Mi Note, Xiaomi Pad, Redmi Note, Redmi Poco, все здесь модели перечислены. И здесь мы можем посмотреть версию прошивки плюс, также есть ссылки на скачивание как Fastboot прошивки, так и Recovery. И начнем мы с первой таблицы. Здесь идет серия смартфонов флагманская Mi и Xiaomi. Первая модель Xiaomi 12. Для прошивки Mi обновление приходит выборочно. На текущий момент 30% пользователей. Это имеется в виду версия MIUI 13 0.7. Предыдущая версия MIUI 13 там уже для всех пользователей. И для остальных прошивок, для всех пользователей вот такие вот версии прошивок идут. Далее Xiaomi 12X. Здесь тоже идет MIUI 13. Кстати, с Android 12. Xiaomi 12 шел. И Xiaomi 12X тоже с Android 12. Далее Xiaomi 12 Pro. Также идет обновление уже MIUI 13. Далее здесь сразу Android 12 идет. Для прошивки Mi выборочная. Именно эта версия приходит. Ну а для других версий прошивок уже для всех пользователей. Xiaomi 11 Lite 5G NE. Версия MIUI 13 0.8 с Android 12. Версия MIUI 13 0.4 для прошивки Mi, еще для тестировщиков. Для всех других версий прошивок уже для всех пользователей. Следующий смартфон Mi 11. На базе 12 Android MIUI 13 для всех прошивок. Mi 11 Ultra. Тоже идет на базе 12 Android MIUI 13 для всех версий прошивок, а для прошивки с индексом EN выборочно. Идем далее. Mi 11i для прошивки Mi и для прошивки EU на базе 12 Android для всех пользователей приходит обновление. Mi 11 Lite 5G. Для всех версий прошивок с Android 12 приходит MIUI 13. Mi 11 Lite. Также MIUI 13, Android 12 для всех пользователей. Идем далее. Mi 10. Для прошивки Mi и U для тестировщиков на базе 12 Android MIUI 13. Для прошивки EN выборочно. Следующий смартфон Mi 10 Pro. Для прошивки EU для всех пользователей. Mi 10 Lite. Для прошивки Mi для всех пользователей, а для прошивки EU выборочно. Следующая серия смартфонов Mi и Xiaomi Te. Xiaomi 11T Pro. Для всех версий прошивок идет MIUI 13 с 12 Android, а для прошивки с индексом EU еще выборочно. Но выборочно идет версия MIUI 13 0.9. Предыдущая версия MIUI 13 с 12 Android тоже для всех пользователей. Идем далее. Xiaomi 11T. У нас здесь идет выборочно для прошивки с индексом Mi, с прошивкой с индексом EU. На базе 12 также Android. И для прошивки RU и ID для всех пользователей. Mi 10T, Mi 10T Pro для прошивки EU для всех пользователей. Mi 10T Lite для прошивки Mi и для прошивки EU для всех пользователей MIUI 13 и Android 12. Серия смартфонов Mi Note. Mi Note 10 Lite. С 12 Android MIUI 13 для всех прошивок идет обновление. Mi Note 10, Mi Note 10 Pro. Здесь идет MIUI 13, но с Android 11. Для прошивки Mi выборочно, и для прошивки EU также выборочно.
Далее серия Xiaomi Pad. Это идет планшет, глобальная версия Xiaomi Pad 5. Здесь у нас на базе 11-го Android MIUI 13. Для прошивки IU выборочно. Именно 4-я версия MIUI 13. А для прошивки Mi и Ru для всех пользователей. Достаточно популярная серия смартфонов. Следующая — Redmi Note. Redmi Note 11. На базе 11-го Android для прошивки Mi и для прошивки EN для всех пользователей. Redmi Note 11 NFC. Также здесь идет MIUI 13 и также идет на базе 11-го Android. Redmi Note 11S. Аналогично MIUI 13, Android 12 для всех прошивок. Redmi Note 11 Pro. Тоже на базе 11-го Android MIUI 13. Redmi Note 11 Pro 5G. MIUI 13 и Android 11. Redmi Note 8, обновленная модель 2021 года. Для прошивки IU выборочно, а для прошивки Mi и Ru для всех пользователей. Redmi Note 10. Кстати, Redmi Note 8, вот эта вот обновленная модель, на базе 12 Android здесь уже идет. И Redmi Note 10 на базе тоже 12 Android, MIUI 13 для всех версий прошивок. Redmi Note 10S. Для прошивки Mi с 12-м андроидом для тестировщиков. Часто в комментариях спрашивали за эту модель, и как мы видим, для прошивки Mi обновление уже появляется. Скоро и с другими индексами тоже начнет приходить, я думаю, обновление. Redmi Note 10 Pro, здесь все хорошо, тоже MIUI 13 с 12-м андроидом. Бюджетная серия смартфонов Redmi. Redmi 10 с прошивкой Mi, MIUI 13 на базе 12-го андроида. Выборочно уже приходит обновление. Redmi 10 Prime еще обновления нет. Redmi 10C, здесь это новая модель, с коробки уже идет MIUI 13, но на базе 11-го Android. И следующая серия смартфонов — Poco. Poco F2 Pro. На базе 12-го Android идет MIUI 13. Poco F3 GT для прошивки EN на базе 12-го Android MIUI 13. Poco F3 тоже на базе 12-го Android MIUI 13. Poco X3 GT MIUI 13, Android 12 для прошивки Mi и для прошивки ID. И Poco X3 Pro. Здесь тоже все отлично, MIUI 13, 12 Android. Poco X3 NFC еще не добавился. Там на него буквально вышла недавно новая прошивка MIUI 12.5.7. Обзор на канале этой прошивки уже есть. Кому интересно, ссылочку на это видео я оставлю в описании. На этом, друзья, у меня все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Подписывайтесь на мой телеграм-канал RealTech. Ссылочку на него тоже оставлю в описании под видео. Всем пока!